The next competitor, representing Sweden, Christopher Berenson. Катается под музыку Яна Тирсона, того самого, который писал музыку для фильма «Амели». По-прежнему чемпион Швеции, почти бессменный, несмотря на старания своего главного шведского оппонента. Так вот, артистично переживает не очень удачное катание и медленно выходит из образа Кристофер Бернсон из Швеции, разыгрывавший в своей короткой программе пантомиму. Закрытые двери, стены вокруг. Все это делал довольно-таки мастерски. Андреа Духани, его тренер. Ну, во время первого прыжка аксель Кристофер коснулся рукой льда, и, как всегда, кажется, что можно было бы обойтись без этого касания. Но он не обошелся. А значит, очки теряются и теряются. Потом у него был заход на флип, такой мудрёный-мудрёный, и на нем он и вовсе распластался на льду. Вот он, аксель, и все-таки коснулся. Единственный получившийся прыжок — это вот этот Ридбергер,
А вообще Кристофер Бернсон в этой постановке так мастерски терял равновесие периодически, что уже абсолютно было невозможно отличить, где он теряет равновесие нарочно, а где действительно его теряет. Мне кажется даже, что публика вздрагивала несколько раз от ожидания того, что он сейчас споткнется. Ну что, точно так же, как Фернандес в прошлом году делал свою программу, изображая пьяного, и тоже терял равновесие как никто, так и Кристофер Бернсон в этой программе очень даже неплохо справился чисто хореографически с поставленной задачей. Видите, не получилось только с прыжками. Может, еще получится в этом сезоне. Баллы. Смотрим. Будет недобор. The short program score. 26,32. Ну вот, о чем мы и говорим. По компонентам он впереди. Причем на 2 балла лучше, чем все остальные. А по элементам недобор 4 балла. И он отскакивает на 4-е место.